Машину ударил. Добрый вечер. Добрый. И агент. Слушаем вас.
Мир на колесах? Да. Мне кажется. На Тогорской трассе произошла авария. 8 ноября в 8:40 утра столкнулись две иномарки. Дорожное происшествие зафиксировано автомобильным видеорегистратором. По данным Колпашевского отдела ГИБДД, 38-летняя женщина-водитель двигалась на автомобиле Nissan Presage. На затяжном повороте она не справилась с управлением. Иномарку вынесла на встречку, где произошло столкновение с Toyota Caldina, которой управлял 28-летний мужчина. От удара Toyota отбросила в сторону, и она съехала с проезжей части. Медицинская помощь участникам аварии не понадобилась, а вот транспортным средствам причинен серьезный материальный ущерб. Кофейня «Остров». Что ты хочешь на завтрак? А что ты можешь? Я могу еще полежать. Неправильно. Начните день в кофейне «Остров». Свежезаваренный чай, вкуснейшие блинчики и много другое. Для тех, кто любит долго поспать. По выходным завтраки продлены до 14:00. Мода на утренние встречи продолжается в «Острове». Служба заказа такси «Поехали». Цены от 50 рублей. Звони 60-60-60. Для тех, кто умеет считать. Бизнес, продажи, деньги. Обо всем и сразу. Региональный бизнес-форум 2016. События, которые заберут всех активных успехов топ-менеджеров Архангельска. 18 ноября. Только один день. С вами тренер международного уровня. Да.